Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале свежих обзоров всего, что происходит в нашей игре, а еще отдельных обзоров на все, что можно получить в этой игре. Поэтому, если вы хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на оба моих канала, и в таком случае, прожав колокольчик и выбрав все уведомления от канала, вы будете получать как минимум 6 уведомлений в день о выходе видео, а я снимаю видео по всему, что происходит, поэтому ничего пропустить не сможете. Итак, ребят, если вы забрали полностью всю подписку на такую ПТ-шку, как Кошмар, то она появилась в вашем ангаре, если ее не было, либо у вас есть сертификат на данную машину. Если она у вас есть в ангаре, то в таком случае давайте обсудим вопрос того, как выгоднее: продать данный танк и заново поставить его себе в ангар, или все-таки просто обменять сертификат. Если продавать Кошмара после того, как вы в ангар его поставите, то вы получите 250 золотом. Ну а теперь давайте посмотрим, что будет, если взять сертификат на данную машину, ну и соответственно его просто обналичить. Нажимаем «Использовать», и здесь мы видим 250 голды. Кто там мне писал в комментариях, что 1250? Короче говоря, получается, что в лоб, что по лбу. Поэтому просто нажимаем «Так точно», ну и, соответственно, забираем 250 золота. Никаких дополнительных сюрпризов Кошмар не принес. Поэтому для тех ребят, у которых Кошмара не было, он у вас в ангаре, если вы забрали пятый день подписки. Ну а для тех ребят, у которых он был, просто 250 золотом и никаких. Таких 1250 получить никто не сможет. Вот такая вот история с Кошмаром. Пишите свои комментарии обязательно внизу под данным видео. Мне будет интересно почитать. А еще поставьте лайкос за данное видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.